Основными направлениями деятельности управления является государственное регулирование в области лесного и животного мира, особо охраняемых природных территорий, водного хозяйства и окружающей среды. В сфере лесного хозяйства площадь питомников в этом году увеличена на 117 гектаров. Посевные части полностью охвачены системой капельного орошения. В лесных питомниках насчитывается 11 миллионов саженцев. Урожайность деревьев составила 80%. Согласно комплексному плану, утвержденному в 2020 году, запланировано посадка и воспроизводство леса на территории Государственного лесного фонда. На сегодняшний день была осуществлена посадка на 1086 гектаров, посадка более 2 миллионов деревьев. На следующий год планируется на площади 7333 гектара посадить более 15 миллионов деревьев. В сфере улучшения состояния окружающей среды в текущем году завершено строительство полигонов в Мартухском, Кабдинском, Караул-Кильдинском районах. Планируется разработка технико-экономического обоснования в селах Уил, Иргиз, Комсомол, Горбутак. Разработана проектно-сметная документация на село Бадамшаш и Боркудук. В течение 3 лет планируется обеспечить полигонами все районные центры. В сфере водного хозяйства в текущем году выделены средства на капитальный ремонт противопадковых плотин в Алгинском и Мартухском районах. Разработана ПСД по капремонту 8 гидротехнических сооружений и технико-экономическое обоснование строительства 10 малых водохранилищ. Разработаны проекты по изучению гидрологического режима и водоохранных мероприятий. В связи идет период обмеления, отсутствием паводков, зимний период отсутствием снега, а весной и летом и дождей. Вот касательно реки Уил и Каузыр в Салкарском районе, по заказу управления природных ресурсов было проведено исследование данных рек, согласно заключению, в следующем году планируется провести именно работы по мероприятиям по заиливанию, по зарастанию рек, а также дамб, которые на сегодняшний момент там имеются, именно приведение их в соответствие и последующим взять их на коммунальную собственность. На сегодняшний день выдано 325 разрешений на пользование животным миром. Поступления в бюджет составили 6,8 миллионов тенге. По состоянию на 2021 год в области имеется 53 охотничьих угодья, из них 28 закреплены за природопользователями, 25 находятся в резервном фонде. Также в области имеется 96 рыбохозяйственных водоемов, из них 66 закреплены за природопользователями. Ирина Гуть, Сергей Калашников, программа «Факт».